классным, а типичной мужской психологии. Вот расстаться по собственной инициативе, а потом ходить и конючить, умолять женщину вернуться. Вернись, вернись, давай оставим все как было. И посыпать голову пеплом, плачет со словами: как я был неправ, как я погорячился. Ну, бывает, и такое бывает. Но перед тем, как слинять, мужик же он 5 раз ей объясняет: я уйду, я уйду, я уйду, я уйду. Ну, не слышит. Ничего подобного. Вот там, в той песне, которая сейчас будет, там поется о том, как женщину не потерять. Слушаем «Не теряй меня», исполняют две тезки Валерия и Валерий Меладзе. Осталось лишь далекое эхо, и мы с тобой как два отголоска несказанных слов, несбыточных снов. Жаль, что ты тогда не приехал и не пошел по тонкой полоске, а это был след, идущий за мной.